Всем привет, дорогие друзья, с вами я, обычный эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как же скрыть ваши фото или видео на iPhone или iPad. Так, давайте же приступим к самому приложению. Это называется черный ящик, Darkbox. Вот, его вы сразу же введете под пароль, хотите зарегистрировать под электронную почту, под Touch ID, Face ID, неважно что есть. Здесь будут примерные папки, что мы здесь будем добавлять. Здесь вы нажмете разрешить для фото и видео, импортируете, вам предложат здесь импорт, либо же удалить после импорта с альбома. Вот, он прилетел, импорт завершен, предлагает нам очистить. Мы не очищаем, а оставляем здесь, то есть получается... Оно есть и здесь, и остается у вас в альбомах также. Вот. Какие же здесь есть преимущества и фишки? То, что ставится под пароль, это одно, а то, что если вы будете смотреть опять же ваши фотографии, вы можете выставить любой переход. То есть когда вы опускаете экран, я поставил себе на музыку, то есть будет сохраняться. Перевернул экран, бамс, у меня перешло в музыку сразу же моментально. Так же самое идет возврат приложения, с каждого выхода будет запрашивать пароль. Опять же, это будет код-пароль, цифр, Touch ID или Face ID. Где же найти эти настройки? Переходите в настройки, вот здесь Touch ID пароль, изменить пароль, смотрите пароль. Пароль здесь у нас будет подпароленный пароль, то есть сам автоматически подбираться. И вот Face Down Action, что здесь? Это вот именно вот здесь, что лицом вниз, когда вы опустите экран, выбираете, что это будет. Disable — это ничего, Safari — это браузер, Apple Music, почта, либо же сообщение. Даже здесь, если я переверну, перейдет на музыку, как можете заметить. Вот, очень классное приложение, самое крутое, которое я нашел в App Store, бесплатное, без каких-либо подписок. Премиум подписка вам не нужна, я вот сегодня скачал, я даже ее не нажимал на премиум подписку. Здесь вы посмотрите под себя темы, это уже не имеет значения, какие они будут, тут выбирайте на свой вкус, скажем. Все остальные настройки вам не нужны. Включаете Touch ID, ставите пароль и ставите лицом вниз, когда экран будет, если вам нужно будет что-либо спрятать. Это действительно удобно, комфортно спрятать фотографии от посторонних глаз и лиц, чтобы ничего не знали, не видели, не слышали, зачем оно им нужно, правильно? Вот и все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео.